наверняка. Да, уже более 40 лет крылатой пехоты преданные ей бойцы славят Брест как особый город. Здесь на территории бывшего южного городка располагается 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада, где 24/7 несут службу те, кому доверялись и доверяются самые сложные задачи. Здесь на полигонах и в окопах проверяется настоящая мужская дружба. Здесь куется характер и воля. Об этом не понаслышке знают не только те, у кого служба в десантных войсках длилась год или полтора, но и те, которые армию сделали своим смыслом жизни. Я пошел служить в эту часть, так как эта часть является элитным родом войск. Здесь интенсивная боевая подготовка, вследствие этого я выбрал данную часть. Служба проходит несложно, интенсивная боевая подготовка, но мы все справляемся. Коллектив хороший, отзывчивый, командование части тоже хорошо относится, с пониманием, вследствие выполнения каких-то задач, боевых, не боевых, полевые выходы на полигонах, все понимают, все входят в взаимодействие с личным составом. Сюда призвали на срочную военную службу, через полгода перевелся на контракт. Понравилось, интересно, я считаю, достойная профессия, решил развиваться дальше в этой сфере. Я очень горжусь, что мы, военнослужащие 38-й бригады, носим голубые береты, это очень достойно. Десантник звучит гордо. Универсальный солдат, который может пройти огонь и воду. Недаром легендарный Василий Маргелов говорил: «Сбит с ног, сражайся на коленях. Идти не можешь, лежа наступай». На сегодняшний день 38-я бригада является одной из лучших воинских частей вооруженных сил. И в силах специальных операций в частности. В 38-ю десантно-штурмовую бригаду желают попасть люди, которые идут на срочную службу, во многом благодаря тому, что сюда идет первая группа годности. То есть военнослужащий, не каждый человек может попасть. Это нужно быть отлично развитым и физически, и в принципе умственно, то есть выполнять задачи нужно будет не только на пределе человеческих сил, но и превозмогая все вот эти сложности. 43 года – это, конечно, не юбилей, однако в праздничный день на плацу все как одна большая семья. С трибуны во время торжества звучали слова благодарности и признательности за особое отношение к выбранному военному делу. Каждый, находящийся в строю, является достойным правопреемником ветеранов, которые заложили прекрасные боевые традиции и слаженное исполнение гимна бригады очередной раз доказывает, что воины-десантники выполнят любую задачу в любом месте, в любое время. Еще раз всех с праздником. Хочу пожелать успехов в боевой подготовке, мира вашим семьям. Ну и мирного неба всем над головой. 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада за долгие годы существования стала форпостом сил специальных операций в Беларуси, а ее представители – кадровым резервом для Министерства обороны. И то, что традиция качественного обучения военных специалистов продолжается, подтверждает количество награжденных. Выбрать всегда непросто. Ни нелетная погода, ни промозглый ветер не помешали десантникам встретить день рождения душевно и с размахом. Ведь для крылатой пехоты не существует преград ни на земле, ни на небе.